Здравствуйте. Хочу предложить вам способ заработка, с помощью которого я заработал $1700 всего за неделю. Смотрите, это мой аккаунт в платежной системе PayPal. Здесь я загрузил список полученных платежей с 5 и по 12 января. Я работаю всего лишь неделю, но уже с первого же дня я уже начал зарабатывать. В первый день, вот 5 числа, у меня было $250 перевод. Дальше 6 января пару переводов. 7 января 3. Дальше 8 3. 30, 30, 75. 9 2 перевода. 10, 11 по 3. Ну и 12 2 перевода. Теперь я хочу немного рассказать о сути заработка, за что я получаю деньги. Мне платят за то, что я перевожу тексты с иностранных языков на русский язык. Делаю я это с помощью онлайн-переводчика от Google. Это такой бесплатный инструмент, есть в интернете. Вот. Сам я не знаю ни одного иностранного языка, я просто получаю текст, за перевод которого мне должны заплатить. Вставляю его в переводчик, он автоматически переводит все это на русский язык. Я этот текст после этого немного редактирую, чтобы он был более-менее читабельный. И за это мне дают деньги от 30 до $250. С этой работой справится вообще абсолютно любой, кто знает русский язык. И самое главное, никаких вложений делать не нужно. И никакого опыта и технических знаний тоже не нужно. Выполняйте простую работу и получаете за это деньги. Теперь вы знаете, в чем заключается эта работа. Ну а для того, чтобы вы могли начать зарабатывать уже сегодня, я предлагаю вам скачать полное пошаговое руководство, из которого вы узнаете, где получать задания, за которые вам будут платить от 30 до $250. И узнаете также всю стратегию работы в целом, от начала и до конца. Не советую вам откладывать покупку, потому что продажи ограничены. В определенный момент я просто удалю этот сайт вместе с видео. После этого покупка станет невозможной. Поэтому нажимайте уже сейчас на кнопку ниже, совершайте оплату и скачивайте материал. Желаю вам успехов.